сорт острого перца Чинора де Норто. Этот перчик относится к виду Capsicum chinensis. Сорт родом из Бразилии. Такие вот красивые перчики. Смотрите. Этот перчик созревает от светло-зеленого, потом становится светлый, почти белый цвет. И в конце уже переходит на кремовый. Острота вот такого перчика от 15 до 25 тысяч. Довольно такой средний острый. Срок созревания перца от 80 до 95 дней. Вкус у этого перца сладковатый, с приятным ароматом хабанера и с фруктовым запахом. Высота этого кустика, если выращивать его в горшке, будет в пределах 60 сантиметров. Если в открытом грунте или в теплице, высота может достигать до 1 метра. У меня кустики невысокие, где-то в пределах 40-45 сантиметров. Плоды плотные, кремового цвета. Когда уже перезревают, они приобретают такой легкий оранжевый цвет. Сорт неприхотливый, можно выращивать как в открытом грунте, так можно выращивать его и в теплицах. В домашних условиях не требует большого ухода. Очень плодовитый сорт. Если вы видите, плодов на нем очень много. Срок созревания этого перчика 85-90 дней. Очень неприхотливый сорт. Советую такой сорт выращивать у себя на подоконнике. Он не занимает много места. Кустик компактный и плодоносит круглый год. Этот сорт относится к сортам многолетникам. Срок роста такого растения в горшке до 12 лет. После 12 лет растение дает уже меньше количество плодов, и его нужно будет обновлять. Так что сорт очень-очень хороший.